Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня поделюсь с вами своим самым любимым рецептом сочных и очень вкусных крылышек. Готовлю я их в духовке. Для этого рецепта мне понадобятся, собственно, куриные крылья. У меня это домашняя курица, поэтому они немного темнее, чем обычно. Далее соевый соус 2 столовые ложки, сметана 1 столовая ложка, соль чайная ложка, гранулированный сушеный чеснок 1/2 чайной ложки, можно заменить свежим, но я предпочитаю именно сушеный, потому что свежий имеет такое свойство, как давать такие как черные точечки, не знаю, немножко, в общем, пригорает он в духовке. Далее, любые специи для курицы. У меня сладкая паприка, можете копченую паприку использовать. И вот эти вот 2 специи для курицы, но это уже что у вас дома есть, к чему вы привыкли. Но хочу немного остановиться вот на такой вот специи. Я не буду рекламировать, это не реклама, не буду показывать, какая фирма, какая марка, может быть, вот у вас такой нет. Но скажу одно, что именно в этой специи для курицы добавлена корица. Я вообще по жизни не люблю корицу, ни в выпечке, ни тем более в любом виде мяса. Но здесь сочетание курицы и корицы я открыла для себя просто по-новому, идеально подходит курица. Ищите специю именно с корицей, и курица для вас заиграет, я не знаю, новыми вкусовыми красками. Ну что, приступаем. Отправляю курицу сразу в миску, в которой мы все это будем перемешивать и обязательно мариновать. Вкусная курица получается. Ну, то есть у меня крылья, точно так же вы можете любую часть курицы использовать. Крылышки получаются очень сочные, именно с хорошим маринадом. И нужно промариновать, дать время постоять и пропитаться этим вкусным маринадом, который мы сейчас с вами приготовим. Еще раз напоминаю, у меня здесь ровно 2 столовые ложки соевого соуса. Я добавляю сюда все специи. Это соль, специи все для курицы, паприка, чеснок. Все в одну емкость. И еще одна у меня специя для курицы. Все хорошенько перемешаем. Смотрите, и уже у нас получился очень вкусный соус. Но я предпочитаю добавлять сюда сметану. Ну, на крайний случай, если нет сметаны, можно заменить майонезом. Тут у меня столовая ложка, полная с горочкой. А чайных получается где-то 2-2,5. И хорошенько все перемешиваем. И теперь этим вкусным маринадом поливаем нашу курицу. Ну и, конечно же, нужно хорошенько перемешать. Я это делаю все без перчаток, по-простому, по-домашнему. Хотите, одевайте перчатки, как вам удобно. Хорошо перемешиваем. И я оставлю мариноваться. У меня крылышки с холодильника, они холодные. Я их не буду отправлять в холодильник, а просто на минут 40 я оставлю на столе. Накрою крышечкой, чтобы не заветривалось. И пусть они полежат и отдохнут. Итак, друзья, курица у меня простояла просто на столе около часа. Убираю в сторону и подготавливаем все для запекания. То есть нам понадобится противень, но я не просто на противне запекаю, а использую обязательно в руках для запекания. Отрезаю размер, кусочек необходимый мне. В комплекте у меня идут вот такие вот зажимы. Я 2 отрываю. Буду завязывать края. Беру вот так вот, собираю. И вот этим зажимом, тут внутри обычная проволока, все скручиваю. Вот так вот, плотненько. И внутрь раскладываю крылышки. Вот так вот, красивенько, один к одному, ровно в ряд. Если остался соус, я его прямо выливаю вот так вот в пакетик. И осталось завязать с другой стороны.
теперь беру противень абсолютно любой формы. У меня вот такой вот круглый, без разницы. Выкладываем крылышки. Вот так вот. Далее, друзья, я обязательно в пакете делаю несколько дырочек. Вот так, раз, два, три, четыре, ну как несколько, вот так вот, пять. Две по бокам и одну посерединке. Для чего я это делаю? У меня духовка небольшого размера, и в моем случае этот пакет настолько надувается, что сверху просто может он прогореть, образуется дырка и так далее. Возни и дымище, мне это не нужно. Благодаря этому пакет чуть-чуть надувается, но не слишком. Но при этом все соки, крылышки, курица готовится в собственном соку, вот именно в рукаве, очень вкусно получается. Далее я разогреваю духовку до 180 градусов и отправляю примерно на 35-40 минут. Это, конечно же, зависит от вашей духовки. Все, друзья, вот такие вот крылышки у меня получились. Посмотрите, насколько они нежные и мягкие. Посмотрите, мясо просто отделяется от кости. И они очень-очень сочные. Попробую. Еще хочу. Это очень вкусно. Очень просто. Я подавать сегодня крылышки буду с картофельным пюре. Вот это я понимаю. Это очень вкусный ужин. Готовьте, друзья. Наслаждайтесь. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.